21 по 22 апреля на стадионе физкультурной академии впервые в Волгограде пройдут соревнования по фиджитал-футболу. В преддверии турнира в Риаце состоялась пресс-конференция, посвященная приближающимся состязаниям. Спикерами на ней выступили президент областной федерации фиджитал-спорта Андрей Лиманский, технический делегат Всероссийской федерации фиджитал-спорта Евгений Крявкин и известная теннисистка Наталья Вихлянцева. Фиджитал – это совмещение цифрового и физического спорта. Оно образовано от двух слов – physical и digital. Есть такая очень крутая идея вот в самом формате фиджитал, то что это некий баланс между двумя вселенными, и каждый спортсмен, да, наверное, и человек в наших реалиях должен быть подкован в обеих вселенных. За победу в соревнованиях между собой будут бороться 12 команд из 8 регионов страны. В Волгоград приедут представители Астрахани, Краснодара, Тамбова и других городов. Возраст участников от 16 до 36 лет. Состязания будут состоять из двух этапов. Сначала участники сразятся в компьютерной игре FIFA, затем сыграют на поле в мини-футбол. Победитель определяется по сумме голов за оба матча. Команда, которая займет первое место в турнире, отправится уже на международные соревнования, которые пройдут в Казани в мае. Игорь Ячменев, телеканал «Волгоград-1».